Кстати, Зал заметьте, все берет комиссию наши 10 лица центов. в этих в нижнем левом углу смазаны. Просто посмотрите. Они так уродски выглядят. Да, кстати. Ну, в принципе, многие тут и так уже выглядят. Вот, а справа от меня молодой человек в красном вообще ужас ебан. Да как это, Джек, ты по нему же видно, что он вообще какой-то лох. Слышь, ты, узбек, отвали от таджика. Ты на кого батон крошишь, ты на кого их бочку катишь, слышь? Ну ты на кого лаваш крошишь? У меня своя есть, да? У меня бы было уже одна пара, у меня бы двойка была. Какая двойка? Ну, такие карты, пацаны, его просто вам сочувствую. Бля, вылетайте нахуй оба. Вообще-то, у меня 32 тысячи. Да ты просто задрот, ебаный. Давай, Данил, раскладывай, дорогой. Данила Джан. Бля, дорогой. Данила Джан, раскладывай. Данилу кого убирать? Опа! Оп, оп! Давай. Чё? Блядь. Посмотри на мою комбинацию, блядь. Так, ну что, дорогие? Ну пацаны, ну раздеваем этого, блядь. Не отлосы. Данила Джан, блядь. С его своим кикером это читерская хуйня. Я ещё пойду кушать, поэтому не знаю. Это аппетита заранее. Могу. Заранее приятного аппетита. Я обманул тебя. О, пипец, вот серьезно, вот на этот раз вы офигеете, пацаны. Я когда буду ходить, вы офигеете. Блядь, куда инвалиду, подожди, куда инвалиду ходить, ты чё? Ты целяшь, тебя. Сдавай нормально, иначе, блядь, зарежем тебя, нахуй. У меня и Royal Flash, пацаны. Кто? Royal Flash. А чё такое Royal Flash? Это Clash Royale, что-то там, легендарку вынул. Блять, Clash Royale. Это когда легендарку вынул, у тебя Royal Flash. Кстати, у меня почти все легендарки в Clash Royale есть. Всё, Покер играем. Диван его. Давай. Не понял. Ты чё на Clash Royale букуешь? Олень. А ты букуешь на Brawl Stars? Я вот сейчас разделся своей комбинацией. На Brawl Stars все бакуют. Всем похуй. Хорошо. Отличные ставки, чтобы уметь. Ты что сделал? Вот ты сейчас что сделал, блядь? А как побольше ставку сделать? А никак, все, не надо тебе. О, Дима, блядь, вообще наглый. И мы сумасшедший. Мы-то умные девушки. Оп! Дим, нормально у нас. А где кикер? А где кикер, блядь? Что за хуйня? Так нет, по второй старшей карте определяется. Я не участвую в этой комбинации. Плюс уже ухожу. Сейчас вас раздену, отсюда голыми уйдете. Какой плюс нахуй? Ты в ноль ушел стоит. Они мне рога отпилят, Зим. У тебя и рога отпилил, у тебя и шляпу украду. Да, и такой, и девственность сберу, да? Смотрите, у Тинкериса я рога отпилю. У тебя шляпу заберу, а ты будешь просто моим любящим рабом. Я заберу девственницу. Ты, блядь, однодолларовый магнат. Не молчи. Нихуя вы, блядь, мощные. Сейчас скинет, да, скинул.
Опа. А, ну хорошо, что А, я. что это нахуй? Что? Вот что это, блядь, зачем Кто-то даже? может тройку получить, если что. Или вообще Какую даже нахуй король. дружинку? У меня, блядь, говно в Ну смотри, говне. если у тебя будет еще одна шестерка, а если две Да я шестерки, то. вижу, только у меня шестерки нет, у меня вообще нихуя нет. О. Goodbye. Вскрываем очко. У меня была восьмерка и тройка, но одна пара бы уже была. Ну и все скажи, что у тебя там сейчас. Флэш, наверное. О, просто уже. А у тебя обокрали, кстати. А сделал Диму нахуй. Да он играть не умеет, что ему за 52 цента у человека. А вы подумайте, что у него сейчас. Кстати, если что, у него 30 тысяч долларов. Я знаю.